Здравствуйте, передо мной сидит очаровательный игрок из Казахстана, я права? Да, да, да. А с какого вы города? Я вообще родом с Караганды, а так в Астане живу. Хорошо, и представьтесь. Меня зовут Унвар. Как часто вы играете в покер и сколько лет? Я лет 10 играю уже в покер. Так вы профессионал? Ну, как вам сказать, любитель. Я понимаю, вы все мы скромные, но мне кажется, вы профессионал, раз 10 лет уже потрачено на игру. Скажите, а вы принимали раньше в других каких-то таких сериях, турнирах? Я ездил только на Украину, в Киев. В Киеве был 15 сентября, я на ЕПТ ездил. Там участвовал, 20-е место занял. Ой, поздравляю, это хороший результат. Спасибо. А где-то еще принимали участие? Какие-то турниры, может, были? Турниры здесь у нас в Боровом играли, турниры выигрывал 2-3 раза. То есть вы постоянно посещаете наш покерный клуб Кэшвилл? Да, Кэшвилл. Кэшвилл я 2-3 раза выиграл турнир. Отлично. И вообще, скажите, вот вы насколько вы рады, что наконец-то в Казахстане появился первый легализованный клуб? Да, это, конечно, покер-клуб. И вот сейчас проходит такая серия, она впервые проходит. И мне кажется, все игроки должны быть счастливы в Казахстане, что все-таки мы поднимаем, да, Казахстан на новый какой-то международный мировой уровень в покере. Ну, как вам сказать, я очень рад, что у нас открылся новый покерный клуб. Сейчас не надо будет ездить за рубеж. У нас рядом здесь 200 километров от Астаны. И мы можем каждый день приезжать и играть. Самое интересное, мне еще впечатляет то, что находится в такой зоне, да, где безумно красиво. Это да, курортная зона Боровой. Да. Я когда ездил на Украину, ну, я первый раз ездил, было очень красиво там. Ну, думал... Больше нигде нету, думал, таких заведений покерных. И как, вот когда я сюда приехал, я вообще сам в шоке был. Небо и земля, здесь разница с Украиной, честно говоря. Я хочу подметить в нашу сторону. Ну, у нас красивее. Вот у нас красивее намного. Нельзя так говорить, конечно, но да. Это приятно. Да, а на Украине красивые девчонки. А у нас нет красивых девчонок, хотите сказать? Тоже есть, но в основном на Украине самые красивые девушки в мире, по-моему, как я понял. Скажите, вот какие-то моменты уже интересные за столами происходили за турнир? Было такие вот два короля мне приходили на две девятки, там сет девяток открылся, ну чуть-чуть масти не хватает сейчас пока, ну думаю... После интервью, я думаю, вы выиграете. Все, да, постараюсь. Все, спасибо большое. Хотелось бы услышать пожелания от вас в сторону наших организаторов. Спасибо большое нашим организаторам, чтобы их бизнес дальше процветал. Спасибо. Спасибо вам огромное и желаем вам победы.